Профессиональные гримеры устроили на выставке в Лондоне мастер-класс. На глазах у зрителей они преображали обычных людей до неузнаваемости. Визажисты научили поклонников фантастических фильмов перевоплощаться в пришельцев, зомби и прочих жутковатых чудовищ. На удивление организаторов, искусство создания монстров заинтересовало сотни людей. Помимо этого, на выставке под названием «Чудовище Армагеддона» посетители смогли увидеть маски, экспонаты со съемочных площадок «Хеллбоя», «Стражей Галактики», «Хроник Нарнии» и других картин.